В Самаре завершился областной поэтический чемпионат. В общей сложности в отборочных этапах турнира приняли участие 60 школьных команд из районов и 40 из столицы региона. До финала дошли только 6. Тех, у кого все в рифму, услышала Алена Власова. Я думаю, что любить настоящее значит и быть счастливым. Что не врать не смогу, что я скоро сорвусь и не выдержу. Но пока я могу рассказать тебе, как потерять настоящее. Как возможность звонка и движения за дверью сводит меня с ума. Как противен мне телефон, интернет, шум соседей, почтовый ящик. Ну а как это ждать, неизвестно чего. Я думаю, знаешь сама. Современная поэзия – что-то невероятное, признаются члены девичьей команды «Люмен Этернум» из 120-й школы Самары. За их плечами победа в межрегиональном этапе поэтического чемпионата. Вот и сейчас они настолько уверены в себе, что даже на вопросы журналистов отвечают, не выходя из образа. Поэзия – это искусство. Искусство – это иллюзия. Все исчезает. Иллюзия исчезает. Поэзия исчезает. Мы занимаемся поэзией, чтобы остаться. Мы останемся. Почему у нас не живут кенгуру? Потому что у нас много есть кто игру, потому что у нас живут много ребят, кто ее любит есть, мальчик и гулят. Кровожадная школа на сцене. В финале областного поэтического турнира 3 команды из Самары и 3 из области. В каждой по 5 человек. В программе традиционная видеовизитка, чтение собственных стихов и произведений самарских поэтов, а также импровизация. Например, ответить стихами на вопросы из зала, поэтически обыграть новость или придумать рифмованные диалоги между заданными персонажами, такими как «Чайка» и «Парашютист». Наверное, большинство из них не станут поэтами, но все будут хорошими людьми. Наверняка, потому что человек, который прикасается к литературе, к искусству, априори не может быть плохим человеком. И вот это приобщение к культуре им в дальнейшем, кем они ни стали, экономистами, юристами, менеджерами, им очень поможет в дальнейшем этот турнир. Усилия команд оценивают жюри – писатели, педагоги и филологи. По итогам чемпионата будет выпущен сборник, в котором опубликуют сочинения начинающих поэтов. Алена Власова, Сергей Павлов. Новости губернии.